Банде Гуру Пададандам Бхакта Бинда Саманнитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитта Ананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чарно Дайам Гопиджано Самайоктам Бриндаванам Мано Ванча Калпатару Вешаки Пасинда Бевача Патитананг Павуне Бхавишна Вибхьо Намо Намаха Мукан Кароти Вача Ланг Пангун Ланг Хайта Гирим Джатки Патам Хангабанди Парамананда Мадавам Бриндави Тулсиде Байпиявай Кесава Сача Шна Бхакти Паде Деви Сатва Ваттвай Намо Намаха Нараяна Намаскритта Наран Чайва Нарат Девин Сарасватин Весам Тато Жайо Мудире Санкиртане Кришна Катхопадеши Гаурия Патрашча Пракаса Неча Садану Ракта Гуру Бхакти Йогта Бхакти Прамадакша Джагодваранья Дхейям Сада Парибхавагна Бхавишчадохам Тетас Падам Сива Виринчинатам Сараньям Бхитаттихам Панадапал Бхавадипутам Банде Махапурушате Чаранаравиндам Ятпада Валлавана Качандамани Чатая Биспуриджита Кимапигубудушва Дарши Пурнану Рагра Сасагра Сара Мурти Сарадхикамай Када Кипам Карваши Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Бинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Бинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам 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 Харе Харе Аджану Ламбита Бхужау Канака Бодату Санкиртанай Капитару Камала Йотакшу Вишам Барудья Бару Югодарма Палу Банде Ягат Приякару Каруна Бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам 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 Харе Намами Ганге Табапад Панкаджам Сура Сурайра Бандито Диппарупам Бхуктинча Муктинча Дада Синитам Бхаванурупе Насада Наранам Ганга Таранга Раманья Джата Калапам Гаури нирантара вибуши тобам бхагам Нараяно приямананга мадапхарам Баранаси пурапати бхаджави шанатам Ваги шаджушва бадане Лакшмир ясача вакшаши Ясьясте хиде самбит Твам нишинга махам бхаджи Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам
Рам Рам Хари Хари. Jada Brahmam Brahmam Hari Rasad Gala Vaishnava Janam Kadachit Sankpashvan Tadanugamane Shadruchi Yuta Tada Krishna Brit Krishna Britva Tayati Sanakair Mayuko Dasam Sarupam Vibhran Vimala Rasabhagam Sakurute Jada Brahmam Brahmam Hari Rasad Galo Vaishnava Janam Kadachit Sankpashan Tadanugamane Shad Ruchi Yutaha Tada Krishna Britva Tejati Sanakoir Maiko Dasam Sarupam Vibhran Vimala Rasabhagam Sakurute Gauriya Goshtipati Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Thakur Prabhupad Джагадгуру сказал, каковы обязанности саду? Годи Гоштхипати Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур. Прабхупад Джагадгуру сказал, что в действительности является обязанностями саду? Обязанности саду заключаются в том, чтобы удалять обусловленность из сердец, всю слабость, слабость ума, различные посторонние желания. Саду удаляет из сердец обусловленных душ. Саду стоит с ножом. То есть у саду есть нож. И этот нож — это харикатха. То, что он говорит. Он постоянно готов обрубить обусловленность обусловленной души при помощи высшего уровня харикатхи. Такова обязанность саду, подлинного саду. Почему саду делает это? Для чего он обрубает обусловленность обусловленных душ? В Бхагаватам сказано, что обязанностью каждой обусловленной души является обратиться к саду, к чистому саду. Они не должны бегать за собственными выгодами. Не должно быть так, что я тут получу какие-то преимущества, а, соответственно, я пойду в этом направлении. Такого быть не должно. Обусловленная душа всегда должна обращаться к чистому саду, который может прервать ее привязанность, обусловленность к материальному миру. И необходимо оставить всего, всякого рода неблагоприятное общение. Осознанно или неосознанно, все мы погружены в общение. Без общения невозможно жить. Если обусловленная душа хочет просто молчать, она все равно не освобождается от общения. Она, потому что общение получается в сердце. На ментальном уровне она совершает это общение. Поэтому обусловленная душа не может поддерживать молчание. Те, кто по-настоящему разумны, они оставляют асат-сангу и полностью занимают себя сат-сангой, благоприятным общением. При помощи могущественнейшей харикатхи Эвам гуру пасанайка бхактя авидда кутарена
С полным посвящением себя, с полной преданностью и любовью обусловленная душа должна поклоняться Гуру Деву, любить Гуру Деву, служить Гуру Деву, Садгуру. Потому что Гуру Пада Падма рассказывает о видье, о видье. А видье находится в моем сердце, невежество в моем сердце, тьма невежества. Но Гуру Пад Падма проливает на меня свет вечного знания. Своим топором он обрубает все авидью, с корнем обрубает. Эта строка говорит о том, что какое бы мы дело не имели с гуру и вайшнавами, мы должны быть очень осторожны, потому что очень легко можно ошибиться и тогда получить наказание Верховного Господа. Мы должны быть очень осторожны. В своем сердце дживы должны обрубить обусловленность при помощи харикатхи Гуру Пада Падмы, при помощи дивья гьяны, которую дает Гуру Пада Падма, и в таком случае они смогут освободиться. Но без этого можно совершать баджан, но нет уверенности в том, что эта обусловленность пройдет. Все зависит от того, насколько серьезно вы воспримете харикатху, насколько серьезно вы применяете харикатху, услышанную вами в своей жизни. Это, то есть весь успех зависит, полностью зависит от этого момента. Льстец никогда не может стать проповедником. Проповедник рассказывает харикатху абсолютную истину, находясь на абсолютной платформе. Если какой-то саду будет льстить мне, он становится автоматически моим врагом. Он никакой не саду. Об этом говорит Прабхупад. Тот саду, кто видит мои ошибки, это обязанность Гурупада Падмы. Тот, кто не указывает на твои ошибки, то есть если я буду протестовать против того, что говорит Гурупада Падма, значит, я глупец из глупцов. Бхагаван Шри Кришна говорит Удаве. В 11-й песне Бхагаван говорит Удаве. Если кто-то будет критиковать вас, говорить о вас плохие вещи, это обусловленная душа, позвольте ей делать то, что она хочет. Что поделать с этим? Потому что обусловленная душа все время гоняется за чувственными наслаждениями. Если муж в семье собирается совершать баджан, жена не согласна с этим, потому что это становится препятствием на пути к ее наслаждениям. Она хочет наслаждаться всю жизнь. Она хочет есть мясо, рыбу. Все, что она хочет делать, осуществлять свои желания. И люди могут критиковать вас. Как Махараш рассказывает какой-то конкретный случай, что я звал их для... То есть я сделал все возможное для их блага, но дживатма очень глупа.
Что поделать с этим? Обусловленная душа постоянно совершает асад-сангу, стремится к асад-санге. Она говорила мне, что я пришел к ней во сне, дал харинаму, но в конце концов, будучи татастадживой, она сейчас критикует меня. Если кто-то говорит обо мне, что я разрушаю семейную жизнь многих людей, это как сертификат для меня, то есть это то есть похвала для меня. Потому что если кто-то пытается обрубить обусловленность жив, то есть это то, что должен делать саду. Когда люди слушают харикатху и развивают отречение. Когда сахаджи набросились на Прабхупаду, все люди сказали, давайте обратимся в полицию, накажем их. Но Прабхупад сказал, нет, эти люди очень помогли нам. Нам пришлось бы потратить тысячи лакхов, чтобы устроить такую рекламу на радио, в газетах, но эти люди устроили все. То есть теперь эти новости повсюду. Это замечательный способ рассказать о Гаудия Матхе. Итак, если кто-то льстит мне, если мой гуру Махарадж не рассказывает о абсолютной истине, а только льстит, это не гуру, он никакой не гуру, он мой враг. Он мой враг. Обычно чистые вайшнавы не стремятся к неблагоприятному общению, потому что они полностью установлены в сатсанге, в благоприятном общении. Но ради блага обусловленных душ, без всякой причины, без всякой выгоды для себя, без всяких желаний, они рассказывают харикатху. Дают харикатху обусловленным душам. Дают благое общение им для того, чтобы помочь им. Для того, чтобы помочь дживам выбраться из этой обусловленности. Прабхупад говорит, если мы будем следовать садгуру, Нишкинчина садгуру Парамахамсе на 100%, в таком случае нам не нужно ждать следующей жизни. Очень легко мы достигнем успеха. В этом нет никаких сомнений. В этой жизни мы можем достичь успеха. Не нужно ждать следующей жизни. Зачем? Шлока, написанная Бхактивинода Такуром, которую я уже цитировал, очень важна. Бхактивинода Такур говорит, обусловленные души испытывают боль постоянно. И эта боль, она в ней нет никакой нужды, но они испытывают ее. Майя заковывает их в тюрьму боли. Если по своей удаче обусловленная душа обретет возможность встретиться с таким саду, саду, который полон премы, полон расы, Кришна-премы, под влиянием такого саду, благодаря даршану такого вайшнава, джива сможет очистить свое сердце. Даршана Павитра Коро. И в таком случае дживатма заинтересуется тем, чтобы следовать саду. Ее вкус изменится автоматически, потому что это сатсанга подразумевает под собой, что ваш вкус полностью изменится.
Если этого не произойдет, если вы останетесь с теми же самыми предпочтениями, 100% вы не совершаетесь подлинную сатсангу. Если вы встретитесь с чистым саду, вы должны чувствовать, то есть если вы встретите подлинного саду, вы почувствуете, что вы хотите ему следовать, и в это время, по милости этого саду, вы сможете... Вы сможете почувствовать Кришну с помощью могущества трансцендентного звука. Обусловленная душа может преодолеть свою обусловленность, преодолеть оковы. Два раза говорится об этом. Это как подтверждение в этой шлоке. При помощи апракрита шабда брама, при помощи трансцендентного звука, мы сможем выйти из-под влияния оков майи. Кришна анушиланам. Это слишком большая область для обсуждений, сейчас нет на это время. Материальная обусловленность постепенно, постепенно, постепенно оставит вас. Очень медленно, постепенно. И затем дживатма осознает свою подлинную сварупу, которая находится внутри нее. Постепенно материальная обусловленность уйдет. И сварупа проявится в сердце. Дживатма почувствует вкус к вимала расе, к трансцендентной, очень чистой расе, к Кришна расе. Таково объяснение, данное Шрила Бхактивинода Такуром. Итак, путешествуя по бесконечным вселенным, джива, в конце концов, обретает, по своей удаче обретает, если она достаточно удачлива, обретает возможность встречи с вайшнавами. Как случай, описанный в Джайвадхарме. Прежде в Варанаси жил-был пандит. Он был великим пандитом, но майяваде. И эта история, она олицетворяет то, о чем говорил выше Бхактивинода Такур в своей шлоке. Чистый вайшнав воспевал харинам, Шри Кришна Чайтанья. Панчататву и харинам, он повторял. Порой он падал, переполненный экстатической премой. Слезы стекали из его глаз по щекам. И один майявади, который известен как впоследствии как Вайшнавадас, он начал думать: «О, я думал, я достиг успеха в баджане». То есть я успешный преуспевающий майявади, я не должен идти за ним, не должен подходить к этому вайшнаву. Варанаси — это старейший город в Индии. И там очень много улочек, куда скрылся этот вайшнав, и он, в конце концов, потерялся из виду. Итак, гуру майявади, этот самый гуру майявади, не смог его больше найти, но суть в том, что результат того, что он смотрел на вайшнава, который переполнен любовью, то есть то, что он видел вайшнава, переполненного любовью, не может быть напрасным. То есть это оставило отпечаток на нем. Он отправился на поиски этого вайшнава. Он стал спрашивать людей,
куда он ушел, где я могу найти его. И люди указали ему на Годрум. Они рассказали, что там очень много чистых вайшнавов. И там Парамахамса Баба, самый прославленный вайшнав, и так он пришел, чтобы принять прибежище у него. И в конце концов, благодаря этому он достиг очень высокого положения и в конце концов стал вайшнавадасом. Потому что общение с вайшнавами может дать мне все, что необходимо, даже Кришна-прему. Итак, если Кришна-прему может даровать благое общение, то что остается невозможным для такого общения? То есть оно может даровать все. Бхактивинод Такур Прабхупад объясняет, что сарва-сиддхи — это то, что мы можем достичь Кришна-прему, которая редка для самого Брамы, то есть редко достижима, сложно достижима. Итак, сатсанга никогда не проходит впустую. Сатсанга неизбежно дает свои плоды. Но при условии, что вы искренне, если какое-то лицемерие при этом присутствует, что вы не получите никаких результатов. Таким образом, чистые гуру вайшнавы могут изменить ваше сердце очень легко. При условии, что вы искренне. Если же вы хотите получить какие-то преимущества, прикрываясь сатсангой, что поделать в таком случае? Таким образом, путешествуя по бесконечным брахмандам, по космическому творению, благодаря своей удаче Джива сможет, по невероятной удаче Джива может встретиться с чистым саду и начать совершать баджан. Это очень серьезные вещи. Я говорил об этом, когда мы читали конец шестой главы Бхагавад-гиты. Чтобы помочь вам почувствовать, что есть подлинная бхакти, то есть необходимо понять, что такое бхакти. Если вы почувствуете вкус к бхакти, Прабхупад говорит, что в таком случае, если кто-то почувствует вкус к ананья бхаджана, к бхакти, он никогда не падет. Он никогда не падет. Все зависит от вкуса. Если вы достигли высшего вкуса, вы не оставите Харибаджан. Вы будете стремиться слушать возвышенную Харикатху. Вы захотите обнять ее, будете танцевать и плакать, слушая такую Харикатху. Вы будете понимать, что такая Харикатха спасла меня. Я почти умирал, но она спасает меня. Обычно обусловленные души находятся под глубоким влиянием их органов чувств и желаний. В детстве я читал, что для человека естественно совершать ошибки. То есть это естественная функция живого существа — совершать ошибки человека. Итак, это говорит о том, что в любой момент Джива может ошибиться.
обусловленная душа, хотя она не обладает никакой связью с материей, не имеет ничего общего с майей, с прокрити, с материей, но тем не менее, с незапамятных времен. С незапамятных времен дживы находятся в соприкосновении с этим. Железо обычно темного цвета, но когда оно входит в соприкосновение с огнем, оно перенимает свойства огня. И таким образом железо может поджечь что-то еще, передать огонь куда-то еще. И откуда же появился этот огонь в железе? Благодаря общению, соприкосновению с огнем. И в то же самое время оно меняет свой темный, некрасивый цвет на светящийся золотой цвет огня, благодаря соприкосновению с ним. Точно так же дживатма с незабавных времен находится в общении с майей. Джива вечна, майя вечна, карма также вечна, и Бхагаван тоже вечен. Таким образом, из-за общения со всем этим дживы развили такие отношения, которые не свойственны ей. В чидатме не присущи такие свойства, такие качества. Тем не менее, из-за того, что дживатма смешалась с природой прокрити, имеется в виду, вступила в тесное соприкосновение с материей, она обрела материальное тело, которое создано из пяти элементов природы. И вновь совершает ошибки. Не понимает, кто есть она на самом деле. И множество проблем приходит в ее жизнь, а она обвиняет Кришну. Обвиняет в этом Кришну, но каково же обвинять, когда я полностью ответственен за все, что со мной происходит? Бхагаван говорит об этом в Бхагавад-гите. Бхактивинода Такур дает комментарий на это. Поразительно. Обусловленная душа естественным образом переполнена ошибками, склонна совершать ошибки. Обусловленная душа обладает несовершенствами. Брама, Прамат, Випралипса, Карана, Патап. Четыре вида недостатков живого существа. Когда мы развиваем, познаем материальный мир, это знание несовершенно, потому что материальное знание то есть, если вы получаете какую-то степень в университете, получаете школьное образование, оно несовершенно. Когда я был маленьким мальчиком, меня послали в школу. Я ходил в школу. И там учитель рассказывал о свете, концепцию света. То есть, когда я подрос, когда я стал взрослым, я увидел неправильность теории, о которой говорили в школе. Что одно не существует без другого.
Но прежде меня научили неправильно, то есть то, что говорили в школе, не было правильным, потому что то есть все это материальное знание полно заблуждений. И учитель в школе чтобы показать нам, доказать свои слова, он сделал пример. Вот фонарик. Посмотрите на фонарь. Вы увидите там множество лучей, исходящих от него. То есть это как-то доказывало его теорию, которую он пытался рассказать нам. Я думаю, что достаточно этого примера, чтобы понять, что любое знание, которое мы собираем, накапливаем, нельзя сказать о нем, что оно чисто. Оно полно несовершенств. Брама, то есть заблуждение. Если вы посмотрите на пустыню вечером, вы увидите там источники воды, но в действительности это мираж. Там нет никакой воды. Когда очень жарко, воздух становится очень горячим, и какие-то вибрации создаются, и так, что издалека кажется, что это источники воды, какие-то водоемы. Но если вы побежите к ним, вы не найдете никакой воды. Так многие животные умирают в пустыне от того, что они бегают за этими миражами, за этими ложными видениями. Точно так же эта концепция применима к дживатме. Они хотят пить, они дживы бегают за водой, но то, куда они бегут, нет никакой воды. Они думают, что нужно еще пробежать, и тогда я достигну этой воды, но это всего лишь обман. Итак, Бхактисиддханта Тхакур написал замечательный киртан, где он очень ясно дает понять нестабильность материальных наслаждений. Но мы не можем понять, воспринять то, о чем он говорит. То наслаждение, которое доступно для этого материального мира, сколько бы его ни было, нет никаких гарантий, что мы получим удовлетворение. Сколько бы ни было наслаждений, тем не менее, у вас нет никаких гарантий, что этих наслаждений будет достаточно для вас, чтобы получить удовлетворение. Как я уже говорил шлоку, когда вы что-то ценное, что-то бросаете в огонь расширяется, он увеличивается, он не тушится, не гаснет. Материальные объекты — это все равно, что масло или керосин, который подливают в огонь. И как же мы можем ожидать, что благодаря этому наша материальная обусловленность пройдет, что наши материальные желания пройдут? Мы удовлетворяем те органы чувств, мы действуем противоположным образом, то есть мы подливаем масло в огонь. Итак, ошибки, которые мы совершаем, это то же самое, что в пустыне мы видим мираж.
Еще один дефект дживы, склонность ошибаться, это праман. Прамад. Бхактисиддханта Такур говорит об этом, что по природе в настоящее время джива переполнена то есть она и все ее органы чувств работают ограниченно, они обладают лимитами. То есть ум ограничен. Если они, обусловленная душа, думает о вечной татве, о бесконечной татве, если о какой-то сиданте она делает свои собственные суждения, она в любом случае ошибется. Вы, у вас нет доступа к трансцендентному. Вы не можете этого понять. Вы только делаете какие-то предположения, о, возможно, это вот так, это вот так. И таким образом, такие суждения полны ошибок. Они несовершенны. Итак, обусловленная душа не может ничего, не может понять полностью трансцендентную татву, не может понять, что есть трансцендентный мир. Естественным образом, выдвигая какие-то суждения об этом, она ошибается. Как я уже рассказывал о Видьясагаре, который, как океан знания, он был материальным учителем Бхактивинода Такура. Однажды Видьясагар сказал, он написал книгу под названием «Судходой». Сейчас обучающиеся в институтах читают ее, изучают ее. Однажды, когда Видьясагар давал урок студентам в колледже, внезапно один из них сказал, или он сказал, на самом деле Бхагаван имперсонален, у него нет ни рук, ни ног, это только концепция этого существует. В то время Бхактисиддханта Такур был студентом, и он встал, он почувствовал беспокойство от этого, он встал и сказал, «Сэр, господин, могу ли я задать вам вопрос? Вы говорите, что все, что мы видим, мы можем судить об этом, но как мы можем судить о том, то есть мы обычно не делаем никаких суждений о том, что мы никогда не видели. И сейчас я хочу спросить, видели ли вы Брахму, чтобы вы делали такие заключения, что он не обладает формой, что у него нет ни рук, ни ног. Видели ли вы Брахму? Вы же никогда не говорите ложь. Вы говорили, что то, что мы не видим, мы не можем судить об этом. И на этом основан мой вопрос. И Видьясагар был расстроен этим. То есть имеется в виду, что он не было у него ответа на этот вопрос. То есть прамад — это то, что склонность дживы давать суждение о том, что она никогда не видела. Что она никогда не видела, и, соответственно, она совершает ошибки. Випралипса — это осознанное или неосознанное желание обрести пратиштху. Осознанно или неосознанно, очень сокрыто в сердце какой-то, если даже есть просто запах желания обрести пратиштху, это называется випралипса. Когда у нас есть желание стать саду, стать ачарией, желание достичь какого-то титула в обществе, почтения, но подлинные гуру и вайшнавы не хотят этого. Все, что они хотят, это любви. Любви, но они не хотят никакого почтения, они не заинтересованы в этом, ни в каких титулах. Потому что уже титул дан им Верховным Господом, Нитянандой.
Время, пространство и материя этого материального мира если кто-то выражает сомнение в Ишваре, это говорит о том, что он хочет, чтобы вся слава пошла ему, не Верховному Господу, а ему. И випра, это випралипса. Липса означает жадность. И випралипса очень опасна. Если кто-то захочет То есть они, такие личности, думают, что все деньги собраны с помощью проповеди для моих наслаждений. Но если мы так будем думать, у нас будут серьезные проблемы. Таким образом, мы должны быть очень внимательны для того, чтобы не совершать никаких ошибок, осознанных и неосознанных. Випралипса — желание пратиштхи, славы, имени. И Карана Патап. Карана Патап. Бхактивинода Тхакура говорит, что органы чувств обычно все дживы. То есть все наши органы чувств, каждый выполняет свою обязанность. Но тем не менее, они также полны ошибок. Это называется Карна Патап. То есть глаза могут видеть что-то, уши что-то слышать, нос что-то чувствовать, запахи. Все эти органы чувств работают, но с ошибками. Они склонны ошибаться. Они легко могут совершить ошибку. Они несовершенны. Органы чувств Бхагавана совершенны, они пурна. Поэтому я говорил вам. Пурна васту. Бхагаван может вовлечь любой орган чувств, любой из органов чувств в исполнение функции другого органа чувств. Любой из органов чувств может совершать работу, любую работу. Каждый из органов чувств может совершать любую работу, любую функцию. Итак, Бхагаван, Верховный Господь совершенен, но органы чувств, джив, полны дефектов. Поэтому я часто говорю, что логические интерпретации не имеют места быть в постижении абсолютной истины. Нет никаких... То есть... не могут быть применимы. Джива-татва. Джива-татва, майя-татва. Вся она совершенна. В Махабхарате Также в Катха Упанишаде сказано. Наиша, Наиша, Таркина, Мати Рапа Нея.
Kathopanishad. You can go through Kathopanishad and find this sloka. Naisha tarkena mati rapaneya. Brahma sutra, Vedanta sutra you can find. Tarka pratishthanat. В Брахма сутрах, Веданта сутре Tarka pratishthanat. Сказано. Повсюду нужно проверять то, что вы видите, нужно необходимо проверять, подлинно ли то, что я вижу, то есть не ошибаются ли мои глаза. Прежде всего, необходимо обрести крипу, милость, затем вы сможете понять все, потому что без крипы самопроявленные объекты трансцендентного мира не смогут предстать перед нами. Мы думаем о Парамешваре, о Бхагаване Шри Кришне. Постоянно старайтесь помнить о том, что все, что вы понимаете, все, что вы воспринимаете, в действительности склонно к ошибкам, несовершенен. Ваша речь, ваш ум, ваши усилия могут ошибиться. Я рассказывал об этом давно. Адокшиджа означает... Я уже говорил об этом, но вы обо всем забыли. Что поделать? Все мое материальное знание, мои усилия могут обмануть меня и заставить меня пасть на землю. Ум, речь. То есть майя предоставит пинок, то есть майя накажет за то, что мы То есть Прабхупад хотел понять нас, хотел, чтобы мы поняли, помочь понять нам два этих момента. Таким образом, мы никогда не достигнем успеха, если мы будем полагаться на наш мозг, на наш ум, на наши деньги, на нашу энергию, на самих себя. Мы должны думать о Пурна Джагата, о трансцендентном. Имеется в виду, если мы будем думать о трансцендентном, о Пурна Джагат, полагаясь на свои материальные органы чувств, мы не достигнем успеха, мы ошибемся. Такова концепция Пурна Джагат, данная в Упанишадах. Таким образом, мы можем впасть в замешательство, если мы будем полагаться на нашу собственную силу в познании трансцендентного. Таким образом, мы постоянно должны зависеть от милости Садгуру, без которой
мы не достигнем успеха. Шлока, с которой я начал, я вернусь к ней в конце, но сейчас я хочу привести пример. Я уже рассказал, вчера я рассказал о примере с Билла Мангалом Такуром. Когда он Махапрабху, Сваруп Гасай, Рай Рамананда никогда не думали о прошлых жизнях. Как я говорил, Джагая Мадая, говорится, что никогда не указывайте на ошибки Джагая Мадая в прошлом совершенные. Они, в конце концов, стали преданными. По милости Нитьянанды, Баларамы, они стали нишкапат. Для них, по их милости, ничего невозможного для них не осталось. То есть, по милости Нитьянанды, возможно, все. Таким образом, Кришнадас Кавирадж Госвами не говорит о всех грязных вещах, которые они совершили, а он же относится к ним как к преданным. Наши предшествующие ачарьи также говорят об этом. Не только они не указывают на их ошибки, они подчеркивают их настроение. Если Кришнадас Кавирадж Госвами, если бы он думал о них, о, прежде они были грязными людьми, как бы он в таком случае сказал, что я гораздо-гораздо более падший, чем они? Я не могу сравнить себя с ними. Но какие грехи совершали Джагай Мадай? Если посмотрите статистику, Кришнадас Кавирадж Госвами говорит, что он гораздо хуже, чем Джагай Мадай. Моих дел нехороших гораздо больше, чем их. И это подлинное проявление Тринада Пибавы, величайших саду. И также Билла Мангал Такур, Санатан, Рупа, все они выражают эту Тринада Пибаву, без которой невозможно постичь трансцендентную истину в полной мере. Итак, Билла Мангал Такур плачет и рассказывает свою историю жизни. Вчера я рассказал только половину шлоки, не мог вспомнить ее. Я был под влиянием То есть я попал под влияние Шьяма Сундара, который силой изменил меня. Очень осторожно он изменил всю мою жизнь. Когда я впервые почувствовал отречение, ушло чувство наслаждения. В этот момент
естественным образом перешел на Адвайта Марг. Когда мы прыгаем в океан наслаждений, я уже рассказывал о том, что есть Юкта Вайрагия. Прабхупада вновь и вновь говорит об этом. Не нужно ненавидеть материальные объекты этого мира. Нужно лишь занимать все в Кришна-севе. Для того, чтобы достичь успеха в бхакти, необходимо следовать процессу Юкта Вайраги. Кто вы такие, чтобы наслаждаться? И кто вы такие, чтобы показывать отречение? От чего вам отрекаться? Если у вас что, какая-то собственность есть, вы можете сказать: «О, я развил отречение». Но что в действительности является вашим? Ваша квартира, ваша собственность, что по-настоящему ваше? Если вы предались гуру и вайшнавам, вы можете понять, что вы... То есть, на самом деле, если вы предались гуру и вайшнавам, у вас нет ни копейки. Вы нищие, вы сами сказали об этом, предаваясь. Любое почтение, которое приходит ко мне, я передаю Гуру Пада Падме и Прабхупаду. Это не касается моего сердца. Но если это коснется, я не смогу говорить Харикатху. Любая пратиштха, которая приходит ко мне, любая похвала, все это я передаю Прабхупаде и Гуру Варге. Все, что бы ни приходило в мою жизнь, положение, деньги, все, что вы даете мне, я предлагаю Нитьянанде, предлагаю гуру. То есть Нитьянанде значит гуру. Если я что-то оставляю для себя, я отклоняюсь от Сиддханты. Это осквернит мое сердце. Итак, прежде... Биламангал Такур говорит в своей Каранамрите: необходимо прежде всего я получил инициацию из этого возвышенного источника. До сих пор я не могу понять, как эта удача снизошла на меня. Как-то по милости Кришны я был... Это пишет Биламангал Такур. Я был в таком... То есть каким-то образом мое сердце изменилось. Но это полностью произошло благодаря милости Кришны. Он силой изменил мое сердце и даровал мне расу. Кришна, Вишна-Чакравати Такур пишет об этом, что порой Кришна может даровать особую милость. Сам Кришна. Кришна, который постоянно играет с гопами, этот самый Кришна каким-то чудом изменил мое сердце. Я не знаю, как и когда это произошло, но мое сердце изменилось. И также Биламангал Такур пишет в Каранамрите о татастха-дживах, которые
путешествует, вновь и вновь скитается. По этой вселенной. Люди дают разные объяснения этой штуке. Я слышал от кого-то, от некоторых просветлений Гуруварги, что Чинтамани — это Кришна, а кто-то говорил, что Чинтамани все-таки изменилась, то есть впоследствии с течением своей жизни спрогрессировала. Прежде Чинтамани изменила сердце Биламангала Такура жесткими словами. Она сказала: «Ты развил такую огромную привязанность к моему материальному телу. Если бы такая привязанность была к Кришне у тебя, ты бы уже обрел его». И это стало переломным моментом в жизни Биламангала Такура. Но тем не менее, даже после этого, когда он ушел от нее по пути, он привлекся девушкой, которая принимала омовение в пруду. Это было в Южной Индии. Но в конце концов он выколол свои глаза с помощью заколок, которые дала ему эта девушка, эта самая девушка. Он выколол свои глаза и стал слепым. Кришна был шокирован этим, и он был вынужден дать ему крипу, дать ему милость. А Пракрита Шьяма Сундар изменил мою жизнь. Вчера я говорил об этом, что вы не можете указывать на предыдущие недостатки, ошибки Биламангала Такура. Рупа Госвами Пад описывает его предшествующую жизнь, но когда он стал переисполнен расататвой, в его сердце пробудилась раса, с этого момента мы не можем сказать о нем как о садана ситхе. У него были какие-то препятствия, но он обрел качества, которые позволили ему обрести милость, чтобы встретиться с Кришной. То есть это путь садаки. Но когда Махапрабху день и ночь обсуждал Кришна Каранамриту, написанную Биламангала Такуром в уединении в Баджан Кутире вместе с Рай Раманандой, Сваруп Дамодаром, уникальная раса татва описана там. Махапрабху говорил: «О, Рай Махашай, о, Сварупа». Похоже, это прямые ощущения писателя, о которых он... То, что он описывает в этой книге, это его прямые ощущения, прямые чувства. И
Просто так это выдумать, просто так написать, это невозможно. Когда Билламангала Такур стал проявлять Нитья Сварупу, он примерно 100 до 90 лет он жил на берегу Брахмакунды и лицезрел лилы Бхагавана. Нет ничего невозможного для Кришны. Для Кришны возможно все. Для Верховного Господа возможно все. Дживатма скитается с незапамятных времен по Вселенной, но тем не менее не может обрести удовлетворение, потому что без бхакти для нее это невозможно. Без бхакти она не обретет удовлетворение, сколько бы богатства у нее не было. Как, к примеру, я рассказывал несколько часов назад на классе по Бхагавад-гите, маленькая птичка Чатак, маленькая птичка постоянно молится о чистой воде. Она смотрит на небо и молится: «Пошли мне воды, чистой воды, кристально чистой воды». И Бхагаван настолько милостив, что он дает эту необходимую для птички воду. Для этой крошечной птички даже ее он наделяет тем, что ей необходимо. Весь мир преисполнен воды. Из четырех частей этого мира суша занимает лишь одну часть, и три части занимает вода. То есть так много источников воды. Тем не менее, эта маленькая птичка не пьет воду ниоткуда, кроме как чистой, кристально чистой воды с небес. Она лучше умрет, чем будет вкушать какую-то еще воду, кроме как той воды, которую пошлет ей Верховный Господь. Мы можем применить этот пример к нашей жизни. Обусловленные души пытаются обрести удовлетворение, счастье, наслаждение, жизнь за жизнью с незапамятных времен. Тем не менее, они не достигли никакого удовлетворения. И это естественно, потому что Бхагаван рассказывает Бхагават, Шримад Бхагаватам. Вы знаете, что такое нектар? Когда кто-то показывает бхакти, выражает бхакти к моим лотосным стопам, когда кто-то обретает бхакти к моим лотосным стопам, это и есть нектар. И в таком случае только возможно удовлетворение и счастье для дживатмы. Маленькая птичка умрет, но не будет вкушать ни капли воды из какого бы то ни было источника, кроме небес. Весь мир переполнен водой, но для этой крошечной птички нет подобающей воды в этом мире. Таким образом, дживатму можно сравнить с этой маленькой птичкой, которая ищет удовлетворение путем, то есть пытается напиться, то есть пытается найти чистую воду, которую пошлет ей Господь. Никакой другой источник не сможет ее удовлетворить. Она получит удовлетворение, только испив этой кристально чистой воды. Точно так же бадха-дживы. Бесконечное количество бадха-джив, дживатм, скитаются с незапамятных времен, и карма ее вечна. У дживы есть семя. Если Кришна не будет поливать его, оно не прорастет. So ultimate, you know, the key is there inside the hand of Krishna.
Но ключи находятся в руках Кришны. То есть все зависит от Кришны. Таким образом, дживатмы с незапамятных времен скитаются, в конце концов чувствуют усталость, но никак не могут обрести удовлетворение. Почему? Потому что они закрывают глаза на нектар, они избегают нектар, как... Никакие материальные наслаждения не принесут вам удовлетворения. Вчера из-за недостатка времени я не смог в деталях рассказать об одном важном моменте. Браджанат задает вопрос Бабаджи Махараджу. Почему? Некоторые столько разнообразия, можно обвинить Кришну в пристрастности. Я много времени назад приводил один пример. Вы вкушаете прасад, сладости, дал. Порой вы едите что-то горькое, листья нима, баклажаны, жареные с нимом. Чили, масло. И в этом прасаде включено все. Специи, разные вкусы. То есть, когда вы вкушаете эту пищу, выделяются особые, необходимые для пищеварения вещества. Кто-то, кому-то нравятся сладости. Если бы внутри тела у вас начало спорить друг с другом, то есть один... То есть суть в том, что насколько... Каждый орган переваривает. Верховный Господь, высочайший ученый, опытнейший ученый. Then our body going to reject and new, tissues are, they are going to build up inside. You have any information about it? Foolish number one. Eh? You have any information about it? Foolish number one. Eh? You have any information? You are taking sweet ball. Вы вкушаете сладости, но кто потом переваривает это? То есть вы понимаете, что происходит с тем, что вы съели? Каков процесс пищеварения? Когда вы спите, во сне или наяву, то есть никто, кто поддерживает жизнь в вашем теле? Разве у вас есть сила поддерживать все процессы, протекающие в вашем теле? Когда эмбрион созревает в лоне матери, постепенно его тело формируется, и все это происходит
под надзором Верховного Господа, при помощи энергии Верховного Господа. Затем с помощью УЗИ можно увидеть, что сердце ребенка стучит, работает. А если бы Господь в самом начале сказал, я не могу тебе помочь, что бы вы стали делать? А если бы ваше сердце сказало, что я не хочу работать на тебя, я останавливаюсь, что бы там получилось? Много-много разных мельчайших вещей, разные бактерии, коронавирусные бактерии. Кришна присутствует повсюду. Все они, во всех них находится жизнь. Как Кришна создал эти мельчайшие живые существа, которые мы не можем разглядеть своими глазами, невооруженным глазом? Как это возможно? То есть, насколько искусен Верховный Господь, и как я могу сражаться, соперничать с Ним? There is no possibility they can fight with themselves. Insulin going to digest, you know, sweet thing, glucose, everything. Insulin происходит от переваривания сладости. Если у вас нет инсулина достаточного, вы можете открыть фабрику инсулина внутри вашего тела. Разве вы можете? Лучше этого не делать. Это очень опасно. Имеется в виду, что накопление сладости, накопление сахара в теле приведет к болезням. Таким образом, если такие ученые, как Ньютон, Аристотель и другие выдающиеся ученые, философы, они были поражены искусностью Господа, они чувствовали, что что-то стоит за всем этим творением. Хотя, возможно, у них не было прямых ощущений Господа, но, тем не менее, они были поражены Его искусностью. Если кто-то задаст вопрос, что Кришна такой милостив, Каруна мой, почему Он создает подобные лилы, Бхактивинода Тхакура отвечает на это. Какую бы боль мы ни испытывали, атма не... Эта боль не касается атмы. Как я уже говорил, атма не претерпевает никаких реакций извне. Она нитья ананда моя, нитья чин моя. Атма нитья пракаш моя. Атма нитья гьян моя. Я говорил об этом, но вы забыли это. Бхактивинода Тхакур говорит, почему вы, у вас это неудовлетворенность? Но Кришна Каруна моя. Тем не менее, также он лила моя. Он вечно вовлечен в игры. А джива может стать соучастником в этих играх, соучастником Бхагавана. Верховный Господь создал дживатму таким образом, что она способна выйдя из пограничной энергии, достичь Махабхавы.
то есть с нижайшего положения достичь высочайшего. Кришна дал этот шанс каждый из джив. Как в цирке с львами и тиграми обучают их, играют с ними. То есть, таким образом, Кришна — Каруна Моя, но в то же самое время он — Лила Моя, тот, кто вечно наслаждается играми. Джива может стать его соучастником. Rising from her humble position as a marginal being to the soaring heights. Она сможет. Она, у нее есть все возможности, чтобы из низшего положения достичь высшего, из положения татасхи достичь Махабаву. Махабава — это самое возвышенное, самое высшее в трансцендентном мире. То есть Кришна дарует этот шанс каждый из джив. Высочайшее духовное сознание, которое бесконечно, трансцендентно по своей природе, разнообразие Кришны. Вечное желание Кришны играть с дживами. Он ждет, когда еще новые и новые дживатмы будут приходить к нему и принимать участие в его играх. Он хочет играть с этими дживами. Его разнообразие бесконечно и трансцендентно. Для того, чтобы сделать дживу решительной и помочь ей вдохновить ее, обрести духовное положение. Господь создал для этого разные уровни материальной энергии, начиная с грубой материи, до кончая, заканчивая аханкаром, ложным эго, тончайшим проявлением этой энергии. Господь создал различные уровни материальной энергии, начиная с грубой материи, заканчивая аханкаром. Аханкар — это тоже материя, но в тонкой форме. Он создал различные уровни материальной энергии. Ваше ложное эго — это также относится к разряду аханкара. Господь создал Дживатма нет ничего общего с материей. Тем не менее, с незапамятных времен Пракрити, материя тесно взаимодействует с дживой. Из-за четана, сознания, мы думаем, что Пракрити обладает жизнью, но только лишь потому, что сознание находится в материи, в этом есть жизнь. В отношении атмы. То есть мы хотим любить друг друга, мы хотим смотреть друг на друга, мы хотим развивать отношения друг с другом только лишь потому, что в нас присутствует атма. Без атмы будет лишь одна материя, бесполезная материя. Итак, должна ли джива выбрать путь
материального развития. Инертная материя практически insurmountable obstacles in the way of jiva's огромное препятствие на пути джива, на пути джива, на пути поисков джива, на пути поисков счастья джива. Джива хочет обрести высочайшее счастье, которое она может получить лишь от Верховного Господа, но она не понимает этого. Таким образом, она испокон веков она вовлечена в поиски этого счастья. Осознанно или неосознанно, каждая джива пытается найти высшее счастье, но она не знает направления, где она может обрести его. Она не знает, где этот источник, источник Ананды. Все дживы хотят Ананды, но они не понимают, что есть сварупа. На пути в поисках счастья они сталкиваются с бесконечными препятствиями в своей жизни. Но, тем не менее, они думают, что этот путь хорош. Дживы, которые пали в этот, в эту материю, они пытаются удовлетворить свои органы чувств. И таким образом они увеличивают свою дистанцию с Верховным Господом, от Верховного Господа. Они все дальше и дальше уходят от Верховного Господа. Все больше и больше отдаляются от Него. Бесконечное сострадание Господа. Его трансцендентная лила, то есть бесконечно сострадательный Господь посылает сюда своих личных спутников и свою личную дхамму, чтобы даровать живам возможность обрести высочайшее духовное благо Махабаву. Дживы, которые принимают эту возможность к духовному росту, постепенно развиваются и обретают то же положение, как и нити Апаршады Верховного Господа, вечные спутники. Но в чем же проблема? В чем возражение? Как вы помните, порой Бхагаван Шри Кришна приходит в форме Курма Дева в этот мир. Порой он приходит как Варахадев, порой как то есть порой приходит в других формах, таких как Нарисинга и так далее. Итак, когда ситуация требует, Бхагаван нисходит в этот мир со своими спутниками время от времени, когда это необходимо в соответствии с ситуацией. Он приходит в этот мир. Тогда на что же нам жаловаться? Зачем нам выдвигать обвинения Кришне? В чем ошибка Кришны? Что он сделал не так? Сейчас кто-то может задаться вопросом. После всего вышесказанного, Браджанат
Бараджанат говорит, хорошо, но я согласен. То есть Рагунат Дас задает вопросы Садгуру. Посмотрите на могущество Бхактивинода Тхакура. Если вы хотя бы крупицу этой милости Бхактивинода Тхакура получите, крупицу его энергии, вы никогда не падете. Он настолько могущественен, что он представил философию трансцендентного мира таким образом, что у кого есть хотя бы какие-то минимальные осознания, он все это поймет и воспримет. Хотя мы падшие, какие-то осознания, заключенные в Джавадхарме, коснутся нашего сердца. В нашем нынешнем положении наши страдания очень болезненные. Вездесущий Верховный Господь, почему бы ему не изменить это материальное существование, этот материальный мир, сделать его более простым? Кришна же может сделать все, что угодно, почему бы ему не изменить это? Почему джива вынуждена страдать? Но я уже много раз отвечала на этот вопрос, цитируя Бхактивинода Тхакура. Джива наделена с правом выбора. Ей дана свобода. Кришна не хочет нарушать ее свободу. То есть это, в этом есть игра, но игра не подразумевает никакого давления. Бхактивинода Тхакур дает ответ, на котором на сегодня я закончу. Лилы Шри Кришны бесконечны. Бесчисленные. Лилы Шри Кришны бесконечны. И многообразные. Наказание, жизнь, смерти. То есть Кришна играет с атмой, но не с телом. И все эти вещи, такие как смерть и страдания, не могут коснуться атмы. Кришна не заинтересован в материи. Дживатмы по своей собственной ошибке приняли это грубое материальное тело и страдают от влияния Майя-деви. Но какое Кришне до этого дело? Потому что Кришна хочет играть с дживатмой. По своей собственной ошибке они заключили себя в тюрьму Майя. И Кришна дает им все возможности для... То есть Кришна дает возможность всем дживам играть. То есть порой джива превращается в паука, порой в рыбу, в шакала, в змею. Это не то, что делает Кришна. Кришна говорит, это не я устраиваю. Дживатма никогда не претерпевает никаких реакций. Все это касается лишь материи. И все, то есть у нас неправильное понимание, откуда берутся страдания. Когда вы осознаете свою сварупу, вечную сварупу, вы согласитесь со мной. Потому что то, что не в зоне доступа ваших ощущений, то, что вы не можете постичь, не можете почувствовать,
Лилы Кришны бесконечные. Когда Верховный Управляющий соберет полный калейдоскоп игр, то есть почему бы ему не принять участие и в этих материальных лилах? Кришна может сделать все, что угодно. Если вы согласны с тем, что лилы Кришны бесконечные, он может сделать все, что угодно. В таком случае никакая лила, абсолютно никакая, не остается недостижимой для Бхагавана. То есть он может сделать все, что угодно, явить любую лилу. Если вы принимаете, что Кришна бесконечен, бесконечно разнообразен, и к нему нельзя применить ограниченную концепцию, концепцию ограниченности. Любая лила, которую являет Кришна, участники этой лилы, внешне может выглядеть так, что он То есть внешне может выглядеть так, что спутники Верховного Господа, те, кто принимает участие в лилах Господа, претерпевают боль и страдания, как в случае с Джай и Виджаем. То, что они пали, на самом деле, это совсем не падение, это лишь то, что устроил Кришна. Кришна захотел поиграть со своими вечными спутниками. Хираньякашипу был убит Нарисингхадевом. Равана был убит Рамой. То есть это лишь лилы, которые устраивает Господь. Я уже рассказывал, что Кришна заинтересован лишь в атме. Вы думаете о боли, страданиях, но все это относится к материи, к майе, и не имеет никакого отношения к атме, потому что мы знаем, что атма не может быть убита. Сам Кришна говорит об этом. Невозможно изменить, деформировать атму. Она неизменна. Итак, кто бы ни принимал участие в лилах Господа, должен принять на себя много боли, сложностей, внешней боли. Когда Бали Махарадж был наказан Вамана Махараджем, Ваманадевом, внешне это выглядело чем-то очень болезненным, но Бали Махарадж никогда не воспринимал это таким образом. Он думал, что это милость. Все, что принадлежало ему, было забрал Ваманадев Махарадж. Ваманадев. Было послано на Суталу. Итак, те, кто принимает участие в лилах Господа, играют роль, как в спектакле. Кто-то исполняет одну роль, кто-то исполняет другую. Внешне вам кажется, что это боль, но в действительности это не так. Итак,
То есть любой спутник Господа, вступая в лилы Господа, любой участвующий в лилах Господа вынужден принять на себя сложности и боль, внешние сложности и боль, которые происходят от этой лилы, исходят от лилы. И все параферналии, все участники этих игр полностью под контролем Пуруши. Вы должны действовать в соответствии с тем, что хочет Верховный Господь. Даже мама Ишода. Когда она хотела связать Гопала, видя страдания мамы Ишоды, мучения мамы Ишоды, Гопал подумал, я не хочу, чтобы она так мучилась. И по желанию Бхагавана исполнилось желание мамы Ишоды. То есть ее старания увенчались успехом. Все под контролем Пуруши. Кришна может сделать все, что угодно. Шачима также не получала... То есть Гауранга сказал, я не могу дать ей прему. Все были поражены, это же твоя мама. Но он ответил, она совершила апарадху лотосным стопам Адвайта Гасайи. Если она сможет загладить это оскорбление, я наделю ее премой. Услышав об этом, Адвайта Гасайи потерял сознание. А между тем, припала к его стопам, взяв пыль с его лотосных стоп на голову. А в противном случае, как бы Адвайта Гасайи дал ей пыль со своих стоп. Никакой преданный не даст пыль со своих стоп. То есть все параферналии, все находится под полным контролем Пуруши. Все участвующие в лилах Господа находятся под его контролем. Рай Махашая говорил Гауранге, я не рассказываю Харикатху, я лишь инструмент в твоих руках. Все, что... На самом деле, Харикатху говоришь ты. Когда кто-то полностью предается, на пути полного самопредания лотосным, сладостному желанию Верховного Господа, естественно, что сложности также этот человек может на себя принять. Если в конце концов эти материальные неприятности превратятся в нечто благоприятное, то есть в конце концов материальные неприятности превращаются в благоприятные вещи, в таком случае, почему, зачем, для чего называть их
вообще страданиями, трудностями, неприятностями, если в конце концов все получат от этого удовольствие, наслаждение, это просто спектакль. Когда джива пытается удовлетворить Господа, обусловленная душа, неправильно используя свободу, которую наделяет ее Господь, джива обретает возможность составить компанию Кришне в его играх, вместо того, чтобы обнимать ведьму Майю. Таким образом, все игры совершаются лишь для счастья Кришны, ради удовольствия Кришны. Не забывайте об этом. Прахлад Махарадж страдал так много. Он не те ситха. Для того, чтобы принести, достать удовлетворение Нараяне, которых хотелось пить вирасу, Джай и Виджай прибыли сюда, пали сюда, приняв грубые материальные тела временно. Сиддхадеха никогда не может быть потеряна. Кто-то может оспорить этот момент, сказав, как это возможно. Тем не менее, Сиддхадеха всегда пребывала с ними. Вайкунтха Паршады, спутники, жители Вайкунтхи. Это неправильное понимание, что можно оставить трансцендентное тело Сиддхадеху. Нет, она присутствовала в них в очень тонкой форме. Даже когда они приняли тело Хираньякашипу и Хираньякши для того, чтобы доставить счастье, удовольствие Верховному Господу, исполнить абсолютное желание Верховного Господа. Обусловленные души, неправильно используя свою свободу, приносит много проблем в свою жизнь. И если кого-то и нужно в этом обвинять, то только саму дживу. И определенно не Кришну. Конечно, не Кришну. Кришна абсолютно не ответственен за все, что происходит, за страдания дживы. Порой у вас в сердце возникают какие-то вопросы, вы посылаете их мне, но вы слышите их в Харикатхе, ответы на свои вопросы в Харикатхе. Итак, подумайте о сварупе дживы, о состоянии дживы. И в конце концов мы будем продолжать. Джада брамам брамам хари расадгала вайшнавау янам кадачит сангпасян таданугамане шадручи ютаха тада кришна бритва тяяти санакай рамайко даса сарупам вибрано бималарасабхагам сакуруте Джада брамам брамам хари расадгала вайшнавау янам кадачит сангпасян
Тадану гамане шаде ручи ютаха. Тада Кришна притва тежати санакоир майко дасам сарупам вибрано вимало расабхогам сакурути. Ванча калпатурвасикипасиндбавичапатитанан павнабхьо, вайшнавибхьо намо намаха.